Водяной кролик – мягкий и дружелюбный зверь, сулящий спокойствие и стабильность. Поэтому в новом году, уверяют звезды, торопиться не стоит. Народная поговорка «тише едешь, дальше будешь» актуальна как никогда. Я рекомендую не спешить и не торопиться. Поскольку год подразумевает медленное проявление энергии, также хочу предостеречь очень многих, кто будет себя сравнивать с теми, у кого получается лучше, быстрее, эффектнее, не терять свою индивидуальность. Поскольку год больше земноводный, соответственно, скорость развития всех проектов будет достаточно медленной. Год станет удачным для тех, кто стремится найти дело своей жизни. Если давно мечтаете освоить интересное хобби или новую профессию, отбросьте страхи и пробуйте. Год закладывает фундамент на десятилетия вперед. Однако вам могут помешать страх и сомнения, присущие ушастому символу года. Наберитесь терпения и смело идите вперед. Я очень рекомендую больше ориентироваться, особенно в июне, в мае, на какое-то повышение профессиональной квалификации, возможно, на обучение какой-то новой профессии, и не спешить с реализацией. Действовать медленно, последовательно, стратегично и исходить из состояния своей готовности внутренней, профессиональной, эмоциональной и, соответственно, из желания, естественно. Венера будет ретроградной с 23 июля до 4 сентября. В этот период планета любви, красоты и финансов добавит свою ложку дегтя в калейдоскоп года. Напомнить о себе могут бывшие партнеры. Не ведитесь на провокации. Нужно уметь вовремя захлопнуть дверь в прошлое. И тогда перед вами откроется окно в будущее, утверждает эксперт. Естественно, это появление всяких разных бывших партнеров, которые будут пытаться как-то эмоционально снова на нас воздействовать, и нам главное не терять самообладание. Я не рекомендую в период ретро-Венеры заключать брак и вступать в новые отношения, поскольку, скорее всего, они будут недолгосрочными. А вот давать астрорекомендации на тему здоровья специалист не спешит. Тут нужен строго индивидуальный подход. Многое зависит от знака зодиака человека и особенностей его организма. Однако некоторые общие прогнозы сделать все-таки можно. Будет некоторое снижение энергетического ресурса, поскольку на небе практически весь год только земля и вода. Периодически с добавлением воздуха очень редко включение огненной стихии, и получается, что жизненный потенциал и жизненные силы, они у нас как бы на спаде. То есть поэтому я и говорю, что двигаться нужно медленно. Я желаю жить и наслаждаться жизнью всегда, всем и каждому, поскольку это наша главная общая человеческая кармическая задача. Если знать особенности года водяного кролика и следовать советам, пушистый вас не обидит. Наоборот, будет помогать всеми силами.